Короче, давайте сделаем так. До второй фазы дойдем, пойдем и рез до спидгер, нахуй. Три трая даю вам. Так уже будет до спидгер. Что второй не говорил? Слушай, а если не дойдем? А если не дойдем? Ты хиль давай там, блядь, не дойдет, блин, он. Вторник пойдете, значит. Я знаю, что хочет Рома сказать, но я не буду это говорить. Короче, сейчас по ДБМу моему показывают 13 да нестабильные. Но он даст ее раньше сейчас. Она ее... 10, 9, 8, это хуйня. 7, смотри, 6. Опа, вот она нестабильная. Нестабильно. Как дела? Я говорю, неправильно ДБМ показываю. 4 секунды погрешите, да, так? Не 4, там, а секунд 6, наверное, было. Нестабилку. Это первая. Это первая, на вторую там не знаю, сколько будет. Типа там разные таймеры, они их меняли на 5-10 секунд. А, ладно. Берегите. Не, а вот вторая, но в нормальности. Ну потому что между ними таймер такой же остался, а вот до первой поменяли, видать. Были изменения, просто не все их запоминают. Шторм 6 секунд. Разбежались уже на рейндж, потому что он раньше будет. Даю массакру на этот шторм. Дал. Сколько там стаков? 10-11. Ну знаешь, куда вести, короче. Вон они, кружки эти есть. Берегитесь. Трупики, но. Ну. Вот тут есть. Сколько там? 13-14. Еще один. 3. Все, готовимся. 15. Портал и слева дети. Быстро его ебанули. На тебя хульдринка еще захилить надо. Что, шторм, шторм, шторм. Гимн на хп и джендис со льву. Да. Подохнут все нахуй. А че так ебашит? Ну не знаю, потому что. Че там? Ну нормально. Он не сдох еще. Как бы... Ну он прокастовал. Вот смотри, еще особенность. Вот ты подвел, не, ты далеко от портала был, и он у тебя взорвался, а портал не исчез. Это уже все. Можно, ну, во-первых, людей много лежит. Короче, так, я так. Почему сейчас так било сильно, я не понял. Ну, моб бьет, потому что. Моб еще мы бьет. Не-не, шторм. Так ну, вот мы как с пола стояли, вот у нас необходимый урон повышен на 240%. 12 стаков, а 15 будет 300%. А, типа моб. Конечно, вот чем это, больше, да, урон увеличивает стаков, тем больше урона. Понятно. Заёбывают эти мелкие. Ну их надо убивать, чтобы их много не было. Ну надо где-то танка. Короче, смотри, ты по краю идешь, к порталу подвел, и от портала право-лево походи, чтобы моб максимально близко к краю стал, к кромке. Потому что его надо ближе к порталу взорвать. Вот ты сейчас взорвал далеко, казалось бы, визуально вроде бы заебись. А да, надо прям... фишка в том, что я его поставил, понял, к порталу, он начал каст этот. И когда на середине каста было, я отбежал. Я думал, он не пойдет, блядь, за мной. Он в этот момент пошел, блядь, какого-то хуя. Ну вот, тебе надо с ним полностью стоять. Прожимку на этот каст давай. Вот поэтому про товар здесь был бы хороший. А товар моча. Бля, я специально сейчас за долю про товара, блядь, ты пятого, блядь, типа. Давай, Дань. Нет, ты пятый нормально. Давай за Дань. Типа, не, ты пятый моча. Там клэп каждые 9 секунд хуяришь. Ты быстрее, нахуй. Клэп. Нихуя ты клэп решил забайтить. Прям жирно так. Прям вообще. Бля, я же, блядь, куплю про товара пятого. Короче, нахуй не нахуй. Уедете, блядь. Забайтили на 20. Так надо стаков набрать на первом мобе на большом. Подождать шторм. Подождать шторм, я думаю. Ждать ничего не надо. Так либо... наоборот, надо, наверное, убить его до второго шторма. Ну, это было бы заебись. Но чтобы его убить, надо быстрее набрать. А чтобы быстрее набрать, надо, чтобы мобы... вот, допустим, смотри, из крестика мобы и... в одном месте, чтобы падали. И между кружком...
между кружком и звездой выходит один портал, с него выходит пачка мобов. Вот, нужно сделать так, чтобы люди, которые стоят между кружком и звездой, ждали мобов здесь с портала, между, который между звездой и треугольником. То есть, чтобы вы их не убивали вот здесь на подходе, а ждали, чтобы они пришли сюда. Вот, милики, чтобы, допустим, тусовались вот здесь в центре, да, РДшники вот тут на полоске, на это, ну, до шторма. Вот. Нужно, чтобы мобы с той стороны притянулись в эту сторону. И, допустим, в две линии, в две пачки. Вот тут вот, допустим, вышло, допустим, с каждого портала по три моба. Вот тут 6 пачек лежит. Ты собираешь такой раз, два, три, четыре, пять. Ну, или 7, допустим, 7 насчитал, такой хуяк. Вот тут смотришь. Уже пока ты их собрал, еще новые трупы появятся. И приходишь сюда, вот тут 7 пачек собираешь, хуяк, 15. Подводишь к порталу, вот твоя тактика. Вот. Мобов убивать надо из дальних порталов, от которых мы далеко стоим, не там возле них порталов, не тут в центре, чтобы танк вот, вот тут сосредотачиваемся в две кучки. Вот тут кучка РДД стоит. Вот сюда мобы, тут, тут близко они быстро сдохнут, а тех ждем, пока они сюда дойдут. Все понятно? Нет, не все понятно. Я понятно. Понял, я тоже нихуя не понял. Я понял, что мобы, я нихуя не понял. Мобы, которые выходят, они сразу идут на, блядь, на РДД. Да, а РДД стоят, где она, они стоят за вот этим полукругом, блядь. Да? А, блядь, ничто, ничего, что, блядь, кто-то здесь стоит, кто-то там стоит. Ну, давай, да, я говорил, стоит. Я говорил, где стоять РДД. Если вы не в Диси, сейчас, короче, кто там стоит, нахуй, ну, будете там стоять, Пасифея, кто там еще, ЛМ какой-то был, нахуй, вот тут ваша позиция, вот. Называю метки, от звезды до кружка и от кружка до ромбика. Вот этот полукруг. Здесь должны стоять РДД. С этой половины. С той половины никто не стоит. Два портала пока этих целых, нахуй. Сука, ну как так трудно-то, сука, втулить это, блядь. Пизда, блядь. Мобов с тех двух порталов ждем ближе к этим порталам. Тут нюансы такие, видишь, вроде бы казалось бы это... Моча, типа, блядь. Ну, хилить это вообще ебала полная. Контент пиздец, там не 18, там 23 плюс, нахуй. Че запускаешь? Че, босса струтанули-то? Да, вот, да. Видишь, пиздит. Пася недолго пиздят, сделали бы в первый раз, чтобы долго, а дальше нахуй нормально. Ульда, нахуй, вам теперь не кажется хуйней, да? Я понял, да, бесполезный. Ульда топ-пиздец. По сравнению с этой ебаторией, нахуй. Мы еще вторую фазу не видели, нахуй. Где мы волонеры? Слава, где мы волонеры? Хочешь волонер? Конечно. Да. Нестабильная скоро будет, смотрите там. Найдешь мне ДЦшника вместо меня, я Холика программую ментально. Берегитесь. Она нихуя, кстати, человека на 10 или на всех прям появляется, да? Да хуя на ком. Ну они типа в меликов сбегаются. Вот пускай, пускай, все. Пускай, пускай, нормально. Он там соберет, а потом доберет уже какого-то портала. Так, что там до шторма, нахуй? 10 секунд? Уже это набирайте рейндж заранее. За 10 секунд анонсите эту хуйню. Иначе будет хуйня. Вставайте уже на рейндж. Готовимся. Короче, сакру не буду давать, так прохиливаемся. Сакру буду на второй давать. Сколько стаков? 9. Берегитесь. Что, тарелка 10 кд? Сколько стаков? Зависла. Да, подвисли. Сука. Сколько стаков? 9. Хуёво, когда 9. Берегитесь. Там какой-то конденсатор магии кричит. 12, 15. Вот тут под боссом столько этих наваляется. Сейчас соберу. 12. 15 к порталу подводи. Чё там до шторма? 13 там. Где ты? До шторма... Блять. Сколько до шторма? Короче, ждем нахуй. Буду давать на этот шторм. Так, на одном 15.
Дал массакру, фул захил идет. Ну хиль здесь, ебаный в рот. Это пизда. Убивайте, у меня 15. Или уже все, мы сами сдохли. Уже некому убивать. Я не знаю, либо раньше как-то собирать, а сейчас еще по 200, блядь. А у нас наполов нет, вы, наверное? Нет. Что? Один напол. Короче, этот самый, знаешь что? Давай. Мне кажется, просто эти мобы должны напуливаться в центр, нахуй, блядь, которые вот эти вот, ну, ебаные. Так они, в принципе, не пройдут у тебя с дальних вот этих вот, которые выходят. Маленькие, они не дойдут до нашей маленькие страны. Этот самый, значит, хулидринг так, на РЛ пока, я сейчас зайду на ДКшника, попробую пособирать. Лингрен, и ты, наверное, хулидринг спекнись в этого, в ретрика. А, Вилания в хэпало прыгни, пока похиль вместо меня. Если зайду, повожу мобов, посмотрю в чем-то. Да нет, ты неправильно меня понимаешь. То есть мы стоим все с одной стороны, вот, которые порталы закрываем, РДДшники, а мобы с другой стороны, они идут через центр. И они дальше не уйдут, они умрут в центре. Так а те мобы, которые выходят со стороны РДД, блядь, бегают по РДД зоне, некоторых РДДшников пиздят, если что. Ну, так пусть так и будет, типа, и убиваем в РДДшной зоне их, потому что если большой будет онли в центре, его закливают. Ну да. То есть нельзя тоже, чтобы все были в центре. Ну его... Подожди, а большого моба нельзя держать сразу у портала? Ну, а собирать как бы... ты как будешь? Он так, должен типа, собрать... Так те маленькие мобы, которые выходят, они же, ну, типа, разве, ну, не будут сразу... Смотри, вот эти маленькие мобы умирают, оставляют после себя хуйню, которую надо подобрать большому мобу. Это я понял. Ему надо его все поглотить, блядь, и там КД есть на поглощение несколько секунд. От этого КД, блядь, все и зависит. Сейчас, да, я пособираю, да, блядь, посмотрю. Дайте пати, шкаф, нахуй, сумоньте. Сейчас, нахуй. Т4 срабатывает, и все мелкие идут на сов. Да похуй. Ну похуй, да. Да, ну как бы совы стоят здесь у порталов, поэтому это не страшно. Так. На мне постоянно кто-то висит. Ну, так же и на мне, я с Тарфолом собираю потихоньку. Сумоньте. Так, Юля на боссе, Лингрен со мной собираем. Вот Хульдинг пока пусть в ретрике будет. Да, систы там и сумани. И этого пала можешь кикнуть. О, вон, я, кстати, вот это и хотел предложить, что питон написал. Че он написал? Питон. Ты питон. Да ладно, уже смирись. Ты питон. Хорошо, что не удав. Пайтон. Так. Ну хоть дышить его не надо. Кто его душит, блядь? А вот это мы узнаем. А это вы узнаете в следующем целке. Это Мордаун вам уже расскажет, ебать, когда. Все, запускай этот хульдринг, он только РЛ запускает. Брошная анаконда. Брошная анаконда, я понял. На ком мне будет держать частицу? На этой, на Юле держи. На Юле? Да. Так, я первый попробую проводить. Блять, надо его до второго шторма ебануть. Так, таймер. Эршамчики, смотрите. Давай, бидон на войде, щит, стелси на лингрене и птеросминог на вилаж, щит земли. Расхуярьте. Так, ты стоял в кружке, правильно? Вот тут? Я стоял в кружке, да, вот тут. Ок. Персонаж Ванька, сюда. Шалфир в игре не найден. Да-да. Быстрее, мы что успеем. Аддон сразу спалил. Так я только зашел. Так ты не успел зайти, тебе уже спалили. Тут Джайна нас ебет. А мы не успеем засуманить его. Он уже здесь. Уже запустился босс. А мне ничего не прокузилось даже. Хуёво. Кстати, можно каст, любой каст первого левела достать, там разный кулдаун будет на раздержу курса. Смотрите, главное, чтобы важный какой-то каст не проебал. А сокрушитель до первого шторма выходит или... Ладно, сейчас сам. Да.
другого конца комнаты пришли. Берегитесь. А вот он вышел. Так, сейчас он пару секунд не двигается, потом я забираю его. Шторм 5 секунд. Дистанцию держить. Да, он не зыб. Куда вы прибежали, блять? Меня сейчас убьют нахуй. Хилься, блять. Волнуйся, дай. Да хилюсь, блять. Бейте, бейте мелких мобов. Листья живи, давай. Блять, они еще, видишь, по времени исчезают, нахуй, это самая залупа. Так. Так. Приготовились в этот, веду к порталу. Уже дамажьте моба, фул, быстрее до шторма. Быстрее, быстрее, дамажьте его. Быстрее, быстрее, быстрее. Ага. Да, спасите. Так, минус один. Шторм, разбежались на рейндж. Дай на хп мордаун. Дал. Нормально, ну в принципе чё. Ага. Вот ты водишь, да? Ага, хорошо. Спасите, помогите. Кого-то спасти. Всё, накапливай. Накапливай. Вот, не пропускай вот эти два шарика ты пропустил тут. Так, следующего готовлю забирать. Спасибо. Ладно, собирай там. 15 будет с анонси к порталу, чтобы подходили. Есть там у тебя 15, нет? 14. Ну там у портала насыпали мы. Шарики не пропускай. Подводи, подводи к порталу. Так, сколько до шторма? Подводи к порталу. Быстрее, еще ближе, Леха, еще. Да, нормально. Так, у кого сейф есть? Леха, сейчас ты так, будешь. Так, взорвали. Шторм 10 секунд. Шторм, разбежались. Леха, давай сейф. Фул захиливай, сами себя хилим. После этого на ту сторону переходим. Так. Переходим быстренько. Сейчас я наберу. Да, нормально. Он противоположно прям на да, ту да, сторону. Да, зеркально, да, зеркально. Да. Встаем быстрее, расстановочку okay. Зеркальную. Все. 15 есть, веду к порталу. Где звезда, веду к порталу. У него уже бейте, фулл ДПС, быстрее, до следующего шторма, чтоб. Быстрее РДД. К порталу веду. Ебанули, милики помогли тоже и потом отбежали. Не упасть бы нахуй. Хильте хорошенько Войда сейчас. Короче, дал не зыбку нахуй. Захильте рейд. Так, каст. Захиливаем себя, захилим. В рей что-то прожми. Отлично, один портал остался. Молодцы. И Леха, у тебя есть уже? Где большой? 9. Линкерный похильте. Так, не забрать или ты доводишь? Я доведу. Давай. Это что, шторм? Хилимся, хилимся, встали на рейш. Сам себя хилим. Сейвы свои. Бля, банки, живите, сука, глыбу. Угу. После шторма. Вот сейчас секунда закончится, захилимся, все. Сколько там стаков? Подводи. Где? 13. Все, два стака. Вот кружки видишь же на полу такие? Леха, вот возле портала дохуй. У портала набили. У портала тебя набили, блядь. Смотри на пол. 15. Да все, порталу подводи, там подводи, 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 подводи. Только раньше не убейте, раньше не убейте, раньше портала не убейте. Так, вот этих сокрушителей надо будет потом убить. Шел каст. Шел каст. Захиливаемся, захилимся. Все, в этих теперь сокрушителей бьем. БК, бомжи. На край, Юля, веди к моему, к звезде, к треугольнику, веди сокрушителя. А, бомжи. Бомжи, бомжи. Да, бомжи их-то у тебя. Все, сокрушители бьем. Фул, быстро, уешь всю эту хуйню. Дамажим. Значит, я в звезде стану. Лингрен в кружок встанешь. О, кнопку нажимаем в центре экрана. Быстрее, быстрее кнопку нажали. Про кнопку-то. Ебать, как кнопочку-то сложно найти, нахуй, в жизни это. А что случилось-то? Почему я нажал же хуяк-то? Да потому что нахуй. Там кнопка на все ебало высвечивается. И тут так, дальше меняться надо. Юля, прочитай название дебафа, пожалуйста. Запомни на себе. Ладно, я сейчас сам прочитаю. Огненный шар. Все нормально.
С Таунтик следующий там. А, все, мы сейчас сдохнем. Вот метеоры, смотрите. Вот они, гай. Метеориты. О, метеоры. Ну что, все увидели, нахуй? Ебать, охуели. Абсолютно в хуй просто, ебать. Да, блядь, в хуй просто. Так-то поезд, да. Нет, на самом деле, первая фаза довольно, ну, легкая. Да и вторая несложная, просто тут. Когда, когда все поняли, что делать. А вот эту фазу увидели, как вам нахуй? Так, с кнопочкой, ну, с кнопочкой. Ну так, мы сразу поняли, что Пол Реда не знает ни как кнопку нажать. Нет, там особенность. Там особенность в том, что когда стоит X-Perl и всякая прочая LUI, вот эта залупа ваша обоссанная, а не стандартный нормальный пацанский интерфейс, как у меня. Какой нахуй пацанский, блядь? Не знаю, у меня на полэкрана загорелся. Ладно. Там есть макрос на эту кнопку. Так, слушайте, итог сегодняшнего дня. Первую фазу ебанули, до второй дошли. Молодцы, блядь. Вот вам, вот вам призовое ЕП. Кто трайл, нахуй. Нихуя. Вот. Петифан, нахуй. Нихуя себе, ебать! Теперь есть шанс закрыть РС-ку быстро на 25 гер. Хотите или на вторник? Сразу говорю. Или сегодня, открыли, или вторник. Летим быстро. Летим быстро. Полетели, нахуй. Покинули тело, полетели. Сложность уже стоит. Танчить не буду, сразу говорю, нахуй. Бабл Х зажмите. Я тоже не буду. Да я потанчу. Ну, там хождик, ну, Юля. Ой, блядь, а кем сходить в РС-ку? Я бог, конечно. Там кто-нибудь... На покалы есть? Надо будет... Конечно. Надо будет ретриков еще в тьму. Что такое спросил? Какой вопрос охуенный. Да, а Вилани все-таки тебя обогнал. А Леха там что-то залутал, вроде. А, да, Леха, если б не лутал, были б твои апокалы. Не, так Леха и не хотел, я у него спрашивал. Не, я не буду их пока лутать. А если тапки же залутал, 277 на скорость. А, ну сейчас хер знает, что делать с этими ретриками.